Дорогие земляки, сегодня знаменательная для нас дата. День освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Никто из нас не мог себе представить, что народ, с которым мы бок о бок обороняли наш город, нападет на нашу страну. Сегодня это реалии. 10 апреля мы чтим память тех, кто ценой своей жизни и здоровья освобождал наш город. Так же, как сейчас наши защитники охраняют спокойный сон одесситов. Те, кто сражался так же отважно и отчаянно, как сейчас это делает украинская армия. Дорогие друзья, традиционно в этот день мы чтим память наших освободителей, проводим праздничные мероприятия. В этом году нам придется сделать исключение, чтобы не допустить возможные провокации и столкновения, которым, увы, готовится враг. Прошу всех одесситов провести этот день дома. Не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Я не сомневаюсь в том, что мы победим. Героизм, мужество и стремление к свободе в ДНК одесситов, жителей города-героя. С днем освобождения Одессы! Здоровья и процветания под мирным украинским небом!